Церковь Христова высказывается соборно с самого начала и до сего дня. Однако с того момента, когда Римская империя заключила в свои объятия церковь, и ее соборные определения стали законами государства, они приобрели понимание как Вселенские соборы. Вселенским собором является такой, который, первое, был созван императором Римской империи в пределах Экумены, то есть Римского мира, но реально имели всехристианский характер. Второе, его решения были всецело приняты православной церковью во всем мире, они носят вневременной характер. Третье. Его решения сформулированы богодухновенными мужами. Четвертое. Его решения подписаны патриархами Римской империи. Пятое. Они занимались важными богословскими вопросами. Далее мы в сжатом виде ознакомим со Вселенскими соборами Церкви Христовой, оставляя аналитические описания соборов для других специальных статей. Первый Вселенский собор. В 325 году состоялся в Никее Финской. Он был созван императором Константином Великим. В нем приняло участие 318 епископов. Он занимался богохульным учением пресвитера Ария, что якобы Сын и Бог Слово является творением и единосущим Отцу. Собор установил правила для празднования Пасхи. Тогда было начато написание символа веры. Второй Вселенский собор, 381 год, в Константинополе. Он был созван императором Феодосием Великим. В нем приняло участие 150 епископов православных и 36 македонян духоборов. На нем председательствовал святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Вновь был осужден Арий и ересь Македония, которая учила о том, что Святой Дух является Божьим творением. Поэтому они и названы пнемотомахами духоборами. Третий Вселенский собор. 431 год в Эфесе. Он был создан императором Феодосием II. Этот собор рассматривал вероучение Нестория в храме Богородицы в составе 200 епископов. Собор осудил Нестория, епископа Константинопольского, и принял догмат, что Пресвятая Дева может именоваться Богоматерью. Четвертый Вселенский собор. 451 год. В Халкидоне Малазийском заседали 630 епископов. Был создан императором Маркианом и императрицей Пульхерией. На соборе было осуждено монофизитство. Пятый Вселенский собор проходил с 25 мая по 21 июня 553 года при 165 отцах. Он был создан императором Юстинианом и императрицей Феодорой. Собор осудил Оригена, несторианство, монофизитство, северианство и другие ереси. Шестой Вселенский собор. 680 году в Константинополе. Он был создан императором Константином Паганатом. На соборе присутствовало от 150 до 289 епископов. Он осудил ересь монофилитства. Этот собор утвердил, что Христос обладает и божеской, и человеческой волей, которая подчиняется божественной. Седьмой Вселенский собор. 787 год. В Никее Финской. В храме Святой Софии. Он был создан императором Константином и его матерью императрицей Ириной Афинской. В нем приняло участие 367 отцов. Он утвердил почитание икон, анафемствуя иконоборство и осуждая идею изобразимости видимой Троицы. В соборе было изложено богословие о изображении Христа и святых, как о том, что мы можем видеть. Восьмой Вселенский собор. 879-880 год в Константинополе. Он был создан императором Василием Македонянином. На нем председательствовали тогда православный римский папа Иоанн VIII 872-882 года и патриарх Константинопольский Нового Рима святитель Фотий Великий. С 858 по 867 и с 877 по 886 года. Собор утвердил решение Седьмого Вселенского собора, осудил Филиокве, которая тогда еще только начинала вводиться, осудил еретические соборы каролингов во Франкфурте 794 год и Ахене 809 год.
IX Вселенский собор, 1341 год. Он догматствовал о нетварной сущности и нетварной энергии Бога, и в то же время об исихазме, осуждая еретика Варлаама Калабрийца. То есть этот собор занимался богословскими вопросами. Был созван императором соборный Томас 1341 года, на котором принял участие богоносный святитель Григорий Палама, и его решения были приняты всей церковью. Таким образом, этот собор имеет достоинство Вселенского собора. Эти вышеназванные 9 Вселенских соборов были изданы как римские законы и подписаны императором, поскольку прежде их деяния были подписаны 5 римскими патриархами, их митрополитами и епископами. Император созвал эти Вселенские соборы при соучастии 5 патриархов Римской империи: Старейшего Рима, Константинопольского и Нового Рима, Александрийского, Антиохийского, которым был в 451 году причтен Иерусалимский. Достоин внимания 9 Вселенский собор 1341 года, деяния которого были подписаны только 4 римскими рамейскими патриархами и утверждены римским императором. Сегодня среди 5 патриархов отсутствует патриархия Старейшего Рима, которая была захвачена насильно франками, лангобардами и германцами при поддержке норманнов. Он испытал сильное нападение, которое началось в 983 году и завершилось в 1009-1046 годах. После 1045 года римские папы, кроме Бенедикта X, 1058-59 года, более никогда не были римлянами, но членами франко-латинской аристократии, которая поработила римское население страны. После падения Римской империи в 1453 году 4 римских патриархии – Константинопольской и Нового Рима, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской – и далее созывали соборы, с помощью которых продолжали традицию Вселенских соборов. Единственная причина, по которой они не именовались Вселенскими, является довольно простой, потому что это имя означает императорский, то есть решения этих соборов становились частью римского права. С другой стороны, решения римских соборов после 1453 года составляют часть церковного права, но не являются более частью императорского права. Не существует более Римской империи, и нет более римских императоров, чтобы издавать римские законы. То есть эти 9 Вселенских соборов составляли одновременно и церковное законодательство, и римское. Соборы, которые собирались после 1453 года, являются частью церковного права и с не меньшим авторитетом, нежели Вселенские соборы, несмотря на фантазии современных модернистов. Итак, сегодня есть еще православные, которые сами для себя открывают церковь 9 Вселенских соборов. Многие, не читающие православных христиане, не знают ни 8, ни 9 Вселенских соборов. 8 Вселенский собор 879 года осудил тех, кто добавляет или убавляет что-либо из символа веры 381 года, а также и тех, которые не приемлют учения о святых иконах 7 Вселенского собора. Франки, которые им осуждаются, до сих пор не обращаются, не осознавая того, что им дана возможность для пересмотра их взглядов. 9 Вселенский собор 1341 года осудил платоновский мистицизм Варлаама Калабрийского, который пришел с Запада в качестве прозелита православия. В действительности же отрицание платоновского типа мистицизма было традиционным деянием святых отцов.